Но у меня зима в сердце, на душе вьюга. Знаю я, что можем мы друг без друга. Зима в сердце, на душе вьюга. Ты понимаешь, что мы друг для друга. На заре голоса. И темнота твоя ни одному совсем, совсем ничему. Итак, достаточно Берни Салим. Всем ассаламу алейкум. Мы находимся в городе Далгужон. Позади меня юные музыканты, юные уличные таланты. Вот Эдик, его гитара, его компания сзади поддерживают. Давайте послушаем, посмотрим, что он поет. Красавчик Эдик. Сколько тебе лет? Эдик же, правильно? 12 лет? 13. В каком классе учишься уже? В седьмом? Талду Кургане? Да. Молодец. Тебе бы еще вот летом поставим микрофон, ну, колонку. Это деньги нужны. Ну, соберем всем городом. И будешь нам, наш местным, короче, музыкантом, нашей звездой Талды Курганской. Потому что в наше время сейчас вообще в Талды Кургане мало. Нету музыкантов именно, кто бы на Арбате стоял и играл. Поэтому давай, собирай группу. Как зовут? Иван. Иван и? Кира. Ира? Кира. А, Кира. Вы поддержка. Молодцы. Часто вы ходите? Да нет. А где-то, наверное, 3 недели назад. 3 недели назад начали, да, играть? Нет, о, не начал это, типа, последний раз. А, последний раз? Да. Ну, ты чаще выходи. Чем чаще будешь ходить, тем больше опыта будет уже на публику работать. А потом, глядишь, тебя кто-нибудь заметит и будет в ресторане, ресторан называть. Угу. Поэтому все начинали вот с такого, с Арбата, с улицы. Поэтому желаю тебе успехов. Шапку ему дай погреться. Шапку одевай, ладно? Да. Посуда на хрущевке двое, куда задвигаем шторы, как ее плюшки стынут. Объяснить теперь нам повторы, почему я на ней так стыну. Группа крови на рукаве мой порядковый. Эдик, не замерз? Нет. Нормально? Да. Точно? Можно с припева, да, начать? Что именно? Обнули? Давай, с припева. То, что было до меня, обнуляй. Только ты давай мне доверяй. Телепортом с тобой прямо в рай. Красавчик, Эдик, молодчина. Каждые выходные ребята стоят вот здесь возле Евразии Шагана и вот играют для наших местных талдыкурганцев. Требуют наши сердца перемен. Требуют...
перемен.